Hello, in today's video we're gonna review a Sony Walkman TPS L2 and a Sony WM22. This is going to be interesting. This is going to be incredibly interesting. Если честно, я обзорщик очень плохой, я бы даже сказал хреновый. Вот, но похоже, что в русскоязычном комьюнити, именно в странах СНГ, никто до меня этого не сделал, поэтому, я думаю, вряд ли сделает, поэтому придется все же записать обзор на этот вот замечательный гаджет под названием Sony TPS L2. Значит, это аудиоплеер, который был разработан компанией Sony в 1979 году. Значит, история была такая, в общем, там их директор летал, значит, на самолете в разные страны, и ему надо было слушать музыку, там, оперу, вот, и он поручил, значит, своим сотрудникам разработать компактное устройство для прослушивания музыки. Но дело в том, что уже в то время существовал диктофон, если не ошибаюсь, Sony TCM-600, по-моему, назывался. Сейчас взглянем тогда на этот вот аудиоплеер. Сегодня будет два аудиоплеера на обзоре. Если честно, мой последний обзор, который я делал на кассетные плееры, вот эти вот обзор, который я делал на кассетные плееры в прошлом году, он мне не очень самому как бы понравился, я ему даже сам дизлайк поставил. Вот, но он говорил не по делу. Именно тот плеер, который был разработан в 79 году, назывался просто Sony TPS L2. Там не было надписи вот этой вот Walkman, там было только вот здесь вот надпись «Стерео», да, но в остальном он выглядел точно так же. Да, здесь все равно есть надпись «Стерео» на задней крышке, то есть вот такая гравировка. Что касается, да, то есть вот это название, оно появилось уже немного позже, в 80-м году, то есть это уже экспортная модель 1980 года, вот, она продавалась как в странах Северной Америки, так и у нас в Европе. Вот, значит, в Советском Союзе в начале 80-х его можно было купить разве что в Москве и в некоторых комиссионках именно стран, расположенных ближе к Европе. То есть везли из Польши, там, в Украину, Беларусь и так далее. Страны там прибалтийские, вот, можно было, в принципе, купить, но стоил он в Советском Союзе немного дороже. То есть можно было за те же деньги приобрести какой-нибудь там подержанный ВАЗик или Полонезик, то есть какой-нибудь автомобиль дешевый. Вот. Само название Walkman, оно тоже запатентовано компанией Sony, это тоже мы все знаем, это в принципе так же, как вот, допустим, та же Сонька, да, PlayStation. Вот. Там тоже вот фотоаппараты CyberShot у них появились, ну, это немного позже. То есть Walkman это один из таких вот, скажем, брендов, таких более ранних, которые вот именно запомнились. Так, значит, что касается самого плеера, сейчас мы его рассмотрим. Крышечка здесь, в принципе, открывается так же, как и во всех остальных плеерах, ну как остальных, последующих. То есть это считается как бы именно первый карманный плеер, который именно для прослушивания музыки. Это здесь особенностей таких, не знаю, я не замечаю, да, именно по первым таким впечатлениям. Но есть, опять же, определенные необычные моменты. Первое, что кажется довольно необычным в этом плеере, это то, что вот эта вот дверка, она держится здесь на петлях. То есть, ну, как в каком-то фонарике. То есть, это довольно необычно. Вот. Корпус, в принципе, сделан полностью из железа. Однако, вот, допустим, вот эта вот деталь серебристая, она пластмассовая. Вот здесь вот есть такая вот алюминиевая вставочка с надписью Sony. Вот, здесь вот такая заглушка стоит, ну, это для того, чтобы, ну, знаете, да, чтобы настраивать головку, вот эту вот. То есть, эта тема нужна для того, чтобы настраивать головку, там эта заглушка вынимается с обратной стороны, и когда нажата кнопка, да, вручную можно откалибровать именно вот эту вот голову. Что касается, значит, дальше вот по плееру. Здесь такой вот переключатель есть, тон. Это, ну, это типа переключатель ленты, вот, да, вот как в более поздних было вариантах. Далее здесь вот разъем для 3-вольтового блока питания, регулятор громкости, вот такой вот. Далее кнопка play, только она здесь называется listen, ну, типа прослушивание. Перемотка вперед и назад. Значит,
Вот это вот кнопка стоп и выбор с кассеты. Далее два мини-джека для наушников. Ну, в многих плеерах было такое, просто не во всех, опять же. То есть, да, можно сказать, первый плеер, именно устройство для людей антисоциальных, которые там любят углубиться в музыку, там, да, уйти в себя. Но, тем не менее, вдвоем можно слушать там с кем-нибудь. Здесь также есть вот светодиод Operation. Он здесь просто горит. А также есть кнопка Hotline. На самом деле, когда нажимаешь эту кнопку, музыка становится просто тише, и когда говоришь вот в этот микрофон, собеседник тебя слышит. Это, ну, я не знаю, для чего вообще сделано, по-моему, вообще абсолютно бесполезная фигня, потому что наушники в то время, они были открытого типа, то есть они не затыкали полностью уши, было нормально слышно окружающую среду. Особенно те наушники, которые шли в комплекте с этим Sony, они выглядели чем-то похожими на эти, к сожалению, не сохранились, то есть мне его уже в таком виде, я его нашел. Когда его принес домой, от него несло, как будто он лежал в каком-то подвале сыром. То есть у него очень был плохой запах, как такой запах сырости, да, то есть он хранился не знаю в каком месте. Сегодня мы его послушаем. Значит, с обратной стороны здесь вот есть слот для батареек для двух. Вот так вот он открывается. Вот сейчас поставим батарейки и заценим его. Насчет страйков я вообще не переживаю. У меня все равно 200 подписчиков, так что монетизации у меня нет. Значит, затестим тогда. По-моему, тут у нас гость. Кошак пришел, тоже послушать решил. Так, подключаем тогда сейчас к колонке. Отлично работает, да, то есть все тут исправно, и работает перемотка также, вперед, назад. А, тут еще такая есть особенность, когда воспроизводится кассета, можно ее просто перемотать одним нажатием и искать паузы между песнями, то есть для того, чтобы... Ну, вы поняли. То есть, чтобы не ждать, когда там композиция закончится, можно сразу во время композиции перематывать и найти следующую композицию по паузе именно на слух. То есть, вот таким вот образом. Так, вот я сейчас наушники подключил. В наушниках, кстати, он не так сильно громко как бы звучит, как, допустим, тот же UNICEF Z-серии, вот, который я в своем прошлом каком-то там обзоре на плееры рассказывал, где можно вообще слух посадить. Вот этот немного потише на этих наушниках играет, хотя тоже как бы на максимальной громкости, ну, лучше все равно не ставить. Да, и что меня еще удивило, когда я все-таки этот плеер домой принес, это то, что оказалось, что он работает. То есть мне его там вообще дешево продали вместе с вот этим WM22. Сейчас. О, тоже Сонька. Сейчас тоже его рассмотрим. Я говорил, сегодня у нас будет два плеера на обзоре. И оказалось, что он полностью рабочий. То есть, да, это удивительно. Вот представьте себе, 40 лет этой штуке, если он в 1980 году выпущен. Вот, и он до сих пор работает. Это удивительно, это, я не знаю, это поразительно. Потому что обычно всякие плееры, я не знаю, там даже современные, вот даже хорошие, скажем. Вот, допустим, бюджетного сегмента вот такой Nintaus, да, я его в прошлом году купил. Отличный плеер. Вот у меня Rhythmix был, да, до этого, MP3-шник, такой вообще дюшманский. Вот, он сломался спустя год. Хотя, чему там ломаться? Там нету никаких механических деталей, ну, кроме кнопок, да, самих. Кнопки могут изнашиваться. И он все равно перестал, он завис, перестал включаться. И сейчас вот поинтересуешься, а какой MP3-плеер сможет
даже 30 лет протянуть, да, не сломавшись. Ну, да, а вот эта вот полностью механическая здесь как бы штука, да, здесь механизм, и больше 30 лет, вот 40 лет он работает на ходу. То есть, да, это очень-очень круто, я считаю. Это вообще, это классно. Так, перейдем тогда к обзору другого плеера. Он, я помню, кто-то на него обзор делал уже, по-моему, этот Владимир Нефидов со своим другом. Но он, получается, там очень беглый обзор был такой. Поэтому я о нем расскажу немного поподробнее. Это уже Walkman бюджетного сегмента WM22, хотя полностью модель называется... Полностью модель называется... Ну, у меня камера не хочет фокусироваться. Полностью модель называется WM11/22. Это потому, что он также выходил под названием WM11. Чем они отличаются, эти два плеера, я без понятия. То есть, вроде как WM11, это он такой тут со звездочкой, с такой вот... Здесь нарисована звездочка такая, типа как на конверсах, да, что-то такое... Вот, или там листочек кленовый. Ну, я так подумал, а может быть это, ну, это мое предположение. Скорее всего, именно WM11 это для рынка США, а WM22 это для рынка Европы. То есть, да, вот, как и вот этот вот привезли из Германии когда-то вместе с вот этим. Вот. Ну, в общем, он, да, простой довольно плеер. Здесь, опять же, переключатель ленты, мини-джек, регулятор громкости. Вот это вот для блока питания 3-вольтового, перемотка вперед-назад, play. И вот здесь, значит, стоп и выброс кассеты. Сейчас тогда тоже его затестим. Это плеер, значит, такой, ну, здесь почему-то нету никакой вот здесь вот наклеечки на этой стороне. Потому что здесь, допустим, он, ну, у первого Walkman она была. Там такая штучка. Хотя она тоже, как видите, стерлась немного. Да, она немного тут стерлась уже, да, то есть это нанесенная именно краска. Вот, а здесь почему-то нету, но это для того, чтобы кассету было, именно ленту было лучше видно. Делали такую наклейку, или просто наносили краской. Значит, этот плеер один из самых популярных вообще считается, именно Sony Walkman. Он почему популярный был? Потому что он недорогой. Это бюджетный сегмент. Это вот я, помните, я уже не хочу о нем повторять. Вот у меня этот был WM24. Вот я его не хочу просто с коробки доставать. То есть он очень похожий. Там та же самая конструкция, но у него кнопки другого цвета. То есть они там такие серебристые. И вот здесь вот еще такой переключатель Dolby есть. Да, и хромированные кнопки, это потому что он типа как бы Hi-Fi считается, да. Это традиция до сих пор, кстати, сохранена. На современных Hi-Fi плеерах тоже хромированные кнопки. Это нормально. Вот, а это уже типа бюджетная версия, бюджетный вариант. Поэтому он был очень популярен. Сейчас посмотрим, сколько он стоит действительно. Да, насчет этого WM22 я немного тут поторопился с выводами. Нет, то есть не очень-то он бюджетный такой. Где там еще? Во. 113. Ну да, это все равно, это как бы все равно такие стоимости, как, в общем-то, он и на старте продаж примерно столько же стоил. Да, 142 это уже чересчур, это чел уже явно залупил цену. Нет, это уже перебор. Да, короче, да, по поводу стоимости, это вообще такая тема, что тут разбираться можно и разбираться. Давайте лучше его все-таки заценим, послушаем, что он вообще, как он звучит. Сейчас поставил свою любимую аудиокассету, которую я еще записал в 2009 или 2008 году. Тут тоже записи с радиостанцией. Вот. Как слышите, звучит нормально. Единственное, при, ну, когда я громкость настраиваю, там в левом наушнике, в левом динамике такое потрескивание появляется. Оно устраняется, если вот этот вот регулятор вот сдвинуть вот в эту сторону немного. То есть там на плате какой-то контакт отходит, то есть сигнал прерывается, что вот возникает такой вот недочет. То есть здесь не все исправно, хотя звук... довольно хороший, и я бы сказал, он даже немного громче, чем на TPS L2. Ну, это как бы, да, более поздний плеер. Единственный тут вот момент есть при перемотке. Вот возникает такой стук.
который мне очень не нравится. Вот, и также нету вот такого момента, чтобы перематывать именно пленку во время воспроизведения. Ну, также здесь вот есть индикатор, ну, того, что плеер включен, то есть тоже такой светодиод. Вот, переключатель ленты, ну, немного тон меняет, и все. Хотел сказать, в чем заключается разница между бюджетным и дешевым. То есть дешевый — это вот, как я сказал тогда, вот плеер Rhythmix, это считай, что тот же стерео. Помните, вот в 90-е, особенно в 90-е, был такой... Сейчас я его найду, кстати, где-то у меня валялся. Во. Был такой... вот эта фигня. Я упоминал об этом плеере в своем обзоре на кассетнике. Это такая редкая дрянь, понимаете, что я бы очень хотел его выкинуть. Но это тоже часть истории, понимаете ли. Это, как говорил AVGN, Angry Video Game Nerd, быть худшим в чем-то, это тоже как бы достижение. Вот. То есть... здесь даже нету контроллера зарядки. Обычно в плееров, вот в таких вот нормальных, когда батарейки уже садятся, просто, ну, как бы там, когда заряда уже осталось процентов 5, процента 3, может быть, тогда плеер просто останавливается. А вот в этих китайских гадостях, там он продолжал работать, но при этом скорость замедлялась, вот, скорость воспроизведения, и это бесило, вот, поэтому контроллер зарядки — это очень важная штука, китайцы этим пренебрегали. То есть вот этот плеер, он выпускался с 88 года по... аж по 90-е, по-моему, даже в 90-е он был очень-очень популярен. В году там где-то даже в 94-м его можно было новый купить. Производились они под разными брендами, совершенно различные. Там, по-моему, Sony, International, там много было всяких брендов. Вот. И производились они в разных странах. В Германии тоже, там в Японии, в Тайване и, конечно же, во всеми нашим любимом Китае. Понимаете, что самое страшное? То, что благодаря своей дешевизне эти плееры могли сосуществовать с тогдашними Sony Walkman, которые в 90-е выпускались. Вот это реально страшно. Ой, блин, у меня голова сейчас треснет. Короче, я про то, что действительно вот было время, когда делали качественную продукцию. То есть вот эти штуки, вот этот вот 85-го года, а этот 80-го. Одному 35 лет, другому 40. И они работают. Удивительно, что японцы в то время, да... производили такую технику, которая сквозь десятилетия прошла и превосходно все замечательно пашет. Вот, вот это действительно качество. Вот это пример хорошего японского качества. Вот, вроде бы все я рассказал по этому поводу, что знал во всяком случае. Вот. В общем, кому понравилось, ставьте лайки. Кто фанаты китайских, всякой китайской гадости, ставьте дизлайки. Кто любит старые видеоигры, а также летсплеи без мата, то, в принципе, можете подписаться на мой канал, там иногда летсплеи будут выходить. Иногда, потому что у меня сейчас времени очень мало, видео выходят редко, потому что, ну, как бы я художник, у меня заказов очень-очень много. Вот. Все, всем до скорого, всем пока. А что еще хотел сказать, ну, на монтаже потом вставлю. Это то, что на самой ранней версии этого плеера вот эти вот мини-джеки назывались не А и Б, а Guys and Dolls. То есть, как бы переводится как парни и куклы. Вообще. А, ну это Япония, ладно, все понятно. Да, то есть версию именно в таком корпусе, Guys and Dolls, где вместо Sony написано стерео, а само Sony вот здесь, а слово Walkman вообще нету, найти, к сожалению, уже, ну, я думаю, невозможно. Ну, может быть, разве что на каких-нибудь японских аукционах, потому что его реально невозможно достать.